Огромный привет и спасибо, что заглянули на мой YouTube-канал. В 2000 году австралийский монетный двор выпустил юбилейные 50 центов, посвященные началу нового тысячелетия. Вот так выглядит данная монета. На лицевой стороне портрет королевы Елизаветы II. Так как монета юбилейная, то на тыльной стороне нестандартное для австралийских 50 центов изображение. Конечно, присутствует номинал монеты, а также надпись «Миллениум», что с английского означает «тысячелетие». Еще здесь присутствует стилизованный австралийский флаг. Данные 50 центов выпустили огромнейшим тиражом – более 16 миллионов монет. Как вы знаете, чем больше тираж, тем меньше ценность монеты среди коллекционеров. Однако спустя практически 6 лет с момента выпуска, в 2006 году, один из коллекционеров заметил, что в отличие от большинства монет, на его 50 центах изображение креста на вот этом маленьком флаге как бы врезано, утоплено в монету. Оказалось, что в обращение попало около 200 тысяч монет с подобным дефектом, делая монету с врезанным крестом достаточно редкой и ценной. Еще одна особенность дефектных 50 центов, так это то, что звезда, самая крупная звезда на флаге, она более крупная, чем на подобной монете без дефекта, и также внутренняя часть звезды более такая гладенькая. На момент съемки видео на австралийском рынке стоимость монеты с дефектом может достигать от 1,5 до 2 тысяч долларов, тогда как обычная юбилейная монета, как у меня, не стоит и более 5 долларов. Большое спасибо, что уделили пару минут просмотру моего ролика. Увидимся в эфире, до скорых встреч и пока-пока!